Привет, друзья! С вами Китти Кейт, и сегодня я покажу своим подружкам мой новый дом в Toca Life World. Смотрите, какой у меня домик крутой! Девчонки, смотрите, какой у меня дом крутой! Ой, а когда ты его сделала? Так вот, недавно сделала, хотела вам показать. Смотрите, у меня здесь даже кофемашина есть. Кофемашина? Это классно! А что еще у тебя есть? Пойдемте покажу. Вот там вот моя спальня. Вау, вот это я понимаю, спальня! А что у тебя так минималистично? Ну, потому что мне нравится минимализм. И это у меня спортивная спальня, потому что я решила заниматься спортом. Спортом? Ничего себе, это здорово. Да-да-да, я давно решила, правда, все никак не начну. У ребят наверняка так же бывает. Да, бывает же, ребят, пишите, бывает, что вы все откладываете. И у меня бывает, я вообще постоянно все откладываю. Девчонки, пойдемте, я вам еще что-то покажу. Кстати, вы заметили, у меня там дыра в стене. Дыра, вот это прикол. Но это специально сделано для того, чтобы было красиво. А, ну тогда ладно. Пойдемте, я вам еще что-то покажу. А это моя кухня. Смотрите, у меня здесь даже можно играть в футбол настольный. Или в какие-нибудь другие игры. А можно просто в настолочке. О, я люблю в настолке. А можно я в следующий раз к тебе приду с настольными играми? Конечно, приходи. Будем играть вместе. И даже смотрите, у меня попкорн есть, чтобы фильмы смотреть. А где телевизор? Ой, кажется, про телевизор я забыла. Надо бы прикупить будет. Что-то я об этом не подумала. Ну ничего, не переживай. Телевизор не главное. Главное, чтобы друзья были рядом. Это точно. Пойдемте, я вам еще что-то секретное покажу. И что здесь интересного? Туалет как туалет. Да подождите, что вы сразу начинаете-то? Так ты сама сказала, в интересное место нас ведешь и в туалет привела. Так я не сюда вас вела, у меня просто туалет, проходной двор. Да, странно ты придумала. Да ничего странного, это случайно вышло. Пойдемте дальше, смотрите, что у меня здесь. Вау, что это такое? А ты догадайся сама. Мне кажется, или это твоя комната для съемок видео? Да-да-да, она и есть. Смотри, как у меня здесь весело и прикольно. Даже музычка есть, и компьютер, и место для золотой кнопки. А что, у тебя уже золотая кнопка? Нет, пока нету, но я думаю, скоро будет. Да-да-да, ребята, подписывайтесь скорее на канал, чтобы у меня была, у нее, вернее, была уже золотая кнопка. А то так хочется ее повесить на эту стенку. Да, очень мечтаю. Обязательно подписывайтесь на канал, если не подписались. Ух ты, это что у тебя здесь? И вкусняшки есть? Ну, конечно. Знаешь, как хочется кушать, когда видео снимаешь? Так и хочется какой-нибудь штучки-дрючки съесть. Например, вот тот пончик. Да, я бы тоже не отказалась. А на балконе у тебя что? Вау, это же игровой автомат. Можно я немножко поиграю? Пожалуйста. Конечно, играй. Делай, что ты хочешь. Ты же в гости пришла. Я гостеприимная. О, а я тогда за планшетом поиграю. Давай, играй. А я видео поснимаю. Сегодня я построю себе новый дом. Ведь я так давно не строила домики. Так, и куда бы мне его поставить? Давай-ка поставим его вот здесь. Мне очень нравятся домики у речки. И я предлагаю построить... Опаньки! Это что за дом такой? Какой-то с оранжевой крышей. Я такого еще не видела. Давай-ка его и построим. Сваи, все дела. О, так он что, высокий будет? Хорошенький домик, мне нравится. Ну что, заглянем, посмотрим, что там внутри. Как-то пустовато, однако. Ладно, хоть стиральная машина есть, но в ней почему-то мячик. Странный какой-то дом. Может быть, мне надо его как-то... О, точно! А давайте-ка обустроим дом и сделаем сейчас что-нибудь интересненькое. В общем, так, в этой комнате давайте сделаем спальню. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. О, это просто бомбезно. Я думаю, что мне обязательно нужна вот такая кровать. Потому что она просто супер-пуперская. Мне нужны все кровати. Что мне делать? Тут они все крутые. Боже ты мой. Посмотрите, какое милашество. Так, а это что такое? Это что за подушки? А, это, получается, спальные мешочки, на них тоже можно спать. Ладно, сейчас все разберемся. А, нет, да почему так много-то прекрасного? Почему так много прекрасно-чудесного? Эх, ладно. Ладно, я так понимаю, что это у меня спортивный дом какой-то должен быть. И мне нужно сделать какую-то спортивную комнату. Давай сделаем тогда спортивную кровать. Ой, я хотела выбросить, не выбросила, подождите.
Выбросим пока все мимишное и сделаем спортивный дом. Ну что, спорт это полезно, поэтому вполне себе. Так, давай кровать поставим в центре комнаты. Ну, так сказать, чтобы было по красоте, чтобы было красиво, модно, современно. Так, вот сюда поставим шкаф такой металлический, ну, чтобы он был подходящий под эту тематику, конечно. И шкаф для одежды нам нужен обязательно, потому что спортсмены, знаете ли, у них обычно много всякой одежды. И комодик, я думаю, что не помешает, только его поставим вот в эту сторону, наверное. А кровать тогда сдвинем немножко, и нам бы сюда аксессуарчиков каких-нибудь. Сейчас посмотрим, что у нас тут имеется. А у нас имеются, между прочим, всякие футбольные поля и прочие всякие штуковины. Ну, давай сделаем мяч, раз у нас такая постелька. То я думаю, что вот в эту сторону, когда мы встаем с кроватки, должно быть что-нибудь тепленькое и прелестненькое. А это что за трубы? Так, вот это прикол, кажется, мне это уже нравится все больше и больше. Трещины какие-то, радио обязательно, конечно, как без радио-то? Кто вставать-то будет, как? Так, а здесь что за полочки? Ахасики, так, полочки у нас, они, конечно, не особо интересные. Я думаю, что мы не будем захламлять комнату полочками, а оставим ее вот примерно такой, да. Пусть она будет минималистичная. Здесь у нас будет зал вместе с кухней, я так понимаю. О, а здесь давай сделаем комнату для съемки видео. Посмотрим, что у нас есть еще интересного. Так, туалетные принадлежности для съемки видео нам точно не понадобятся. А вот какой-нибудь компьютерный стол или еще что-нибудь такое прикольное. О, я вот с удовольствием бы вот на таком стульчике, например, снимала бы видео. И вот такой пуфик взяла. Так, освещение нам обязательно надо. Потому что как же без него... Ой, что-то у меня тут зависло все. Как же без освещения? Ага. Обязательно добавим сюда какой-нибудь светящийся ботиночек и лампу. Лампу, какую-нибудь лампу надо. Давай поставим вот такую. Я так понимаю, что это она какая-то из старых коллекций. Но я думаю, что она не будет лишней. Кстати, нам такую же лампу надо поставить в спальню. Чтобы было по красоте. Вот так вот. Мне кажется, очень миленько и прикольно. И, кстати, мы здесь еще можем повесить какой-нибудь светильничек. Даже не знаю. А давай вот такой, что ли, поставим. Кстати, можно немножко сдвинуть. Ой, не то сдвинула. Божечки, макарошечки. В общем, так, нам бы еще какой-то стол. А где взять стол? В полке есть. Лесенки даже какие-то есть. Кстати, ой, какое милашество. Какое милашество. Может быть, вот здесь есть столы. Так, а что, если мы будем снимать видео... А на чем мы будем сейчас снимать видео? Что-то у нас вариантов-то не особо много. Придется на ящике снимать. Ну, почему бы и нет? Так, нам тогда компьютер надо. Кстати, пишите в комментариях, какой бы вы сделали комнату для съемки видео. Я сейчас еще посмотрю, конечно, что здесь есть подходящего. Но что-то я тумбочки вижу, а столы не вижу. И это, знаете ли, странно. Сейчас... А, кстати, столы могут быть в столах. Точно! Мимишность! Мимишность! Так, все, я вот этот стол забиваю. Буду на нем снимать. И буду вот так вот два стульчика поставлю вокруг. Сейчас мне обязательно нужен какой-нибудь компьютер. Кстати, можно второй стол добавить. А эту тумбу выбросить. Можно добавить вот этот, что ли, стол. Даже не знаю, как сделать. Давай добавим вот так вот. И нам нужны стульчики какие-нибудь прикольные. У нас есть, конечно, компьютерные. Но я, честно сказать, не очень люблю компьютерные стульчики. Потому что на них, ну, как-то скользко, что ли. Так, нам бы еще аксессуаров каких-нибудь. Сейчас посмотрим, что у нас здесь имеется. А у нас здесь имеются всякие трубы. Ну, давай повесим картинку какую-нибудь. Ну, почему бы и нет? Мне кажется, вполне себе прикольно будет. Ну, пусть спортивный, раз у нас спортивный, так сказать... О, это что такое? Это что такое? Труба, отлично! У нас гараж-стайл прям получается какой-то. И мне обязательно нужна полочка для... Ну, для кубков всяких или там для достижений. А, она вот такая. И как это понимать? Даже не знаю. Что она не сочетается. Придется ее выбросить. Выбрасываем ее обратно. Она нам без надобности. Оставим пока так. И стол тогда вот здесь поставим. И пуфики добавим посередине. Посередине. И нам бы какие-нибудь... О, вот это мне надо обязательно в комнату. Подождите, сейчас все менять. Мне обязательно нужен автомат вот с этими вкусняхами. Ну, потому что, когда снимаешь видео, между прочим, очень хочется перекусить. Ну, по крайней мере, мне так. Я думаю, что вам тоже так же, поэтому обязательно пишите в комментариях, бывает ли у вас такое, что хочется перекус таксисточек.
Так, все, давайте без болтовни. Вот, у меня есть компьютер и есть музыкальная штука, Даша. У-ху! Так, это ли не чудо? Я, кажется, придумала. Это почти то, что я искала. Так, мне бы надо, вот получается, вот это вот будет моя, в общем, комнатка. Я буду сидеть на пуфике, а здесь будет... А, стол, зачем нам тогда второй стол? А, и тогда и эта лампа не в тему. Ладно, пусть будет. Так, сюда бы, конечно, золотую кнопочку какую-нибудь. Ну и без золотой кнопочки обойдемся, ничего страшного. И, ну, стол 2 оставим, что ли, или что? Что-то много как-то у нас предметов. Ладно, пусть будет, вдруг пригодится. Мне бы второй пуфик только. О, здесь еще игровая. Боже мой, у меня ничего не вмещается. Ну, музыка нужна. Ладно, игровую в зал засунем. Потому что. Так, а это куда? Ой, на пол, что ли? А, ладно, давай вот это вот у меня будет место для игр. И вдруг с телефончика тоже... А, это не телефончик, это банкомат. Банкомат, подождите, что чуть-чуть не выбросила. Все, здесь будет, в общем... А, я знаю. Я знаю, мне можно вот сюда поставить игровой автомат, потому что... Ну, кому лесенка вообще на другой этаж нужна? Никому не нужна, правильно. Так, по-моему, все готово для комнаты, для этой. Только мы пуфик еще хотели, по-моему. Точно, еще один пуфик, и все отлично. Мне кажется, все просто прекрасно. Это у меня будет комната для игр, ну, для съемки видео. Так, туалет. В туалете надо бы добавить каких-нибудь аксессуарчиков, но здесь, по-моему, уже и так все есть. И... А, унитазик. Ну, все есть, конечно. А без унитаза-то как? Куда ходить, пипи-кака? Здесь даже горшок есть, божечки ты мой. Так, и зеркало. Обязательно нужно зеркало. Ну, давай здесь добавим вот такое вот, что ли, в форме яйца. И умывальничек. Ну, простой добавим, что такого? Такая разница, какой умывальник. Вообще, мне кажется, не имеет значения. Ну, и, в общем-то, все. Я думаю, что здесь всякие швабры доставлять не будем. Ни к чему они здесь... И зубные щетки. А, тоже не будем. Обойдемся без зубных щеток, знаете ли. Достанем откуда-нибудь и все, и будет все гуд. Так, а здесь у нас кухня-гостиная-зал. Ну, окей, сейчас посмотрим, что у нас здесь имеется. А давайте-ка поставим пока вот такой вот гарнитурчик, что ли. И холодильник, обязательно нужен холодильник. Холодильник у нас будет вот такой большой, чтобы там было много... всяких полезностей, фруктозерстностей и полку. Какая-то витрина магазина прям. А, это холодильник есть. Фух, я, кажется, что-то напутала. Так, ну... Так, а нам тогда этот холодильник, наверное, не нужен. Зачем нам 2 холодильника? Нам вот столы обязательно нужны. Нам нужен стол для еды. Здесь будет стол для перекусов. И, кстати, обязательно нужен вот такой столик для игр. Потому что игры — это весело. Это весело и прекрасно. Так, еду. Ладно, с едой мы потом разберемся. Здесь у нас что за аксессуарчики? О, кофемашина. Я жить не могу без кофе. Надо обязательно брать. Так, тогда мы вот эту штуку двигаем. Ставим сюдашечки. Сюдашечки ставим столик. Так вот поставим столик. Что ли? А куда это? А, вот сюда поставим тогда. Сюда ставим столик. И обязательно вставляем сюда микроволновку. И кофемашину мы уже взяли. Попкорницу? Ну куда же мы без попкорна? Это же прекрасно. Так, а, кстати, у нас нету плиты. А зачем нам плита? Все закажем в ресторане вообще-то. Все справимся. Осталось только купить диванчики. Или даже не диванчики. Здесь я так понимаю, что... Кстати, вот сюда вот она тоже пуфиков. У меня, в общем, сегодня везде будут такие пуфики, потому что они прикольные. Можно друзей принимать, гостей и все такое. Так, вот эту штуку еще добавим. И светильники я хотела посмотреть. Что у нас имеется из светильников? Ага, ничего нового не имеется, ну ладно. Ничего страшного. Ну что, я думаю, что можно звать уже девчонок и показать им мой супер-мега-дом. Супер-мега-супер-мега. Так, кстати, я могу пониже? Нет, сделать не могу. Опять я ковер этот постоянно куда-то дергаю. Но, конечно, с залом надо бы еще поработать немножко. Кстати, здесь есть, смотрите, очень милейшие... Ой... Кажется, у меня не получилось, но ну ладно. Ой, зато я поела. Да что ж ты будешь делать-то? А как тебя переставить? Вот, простите. Там ботинок вот сюда. А вот этот вот товарищ куда идет у меня? А этот товарищ идет тогда на стол. Давай еще в спальню поставим, вернее, в игровую эту комнату. Мне кажется, мне тоже надо какой-нибудь цветочек. Как же я без цветочка-то совсем? А давай вот в этот уголочек поставим. Интересно, он не встанет. Блинский. Блинский некуда ставить.
А на кухню, на балкон поставим. Пусть на балконе стоит, окей. Ну что, минимализм в целом не самый плохой. Я думаю, вполне себе нормально. А здесь, кстати, у нас что еще было? Мы здесь, по-моему, все поставили, что я хотела. Все, отлично. А обои забыла! Обои! Обои забыли. Божечки-макарошечки. А что, если нам сделать вот такие обои? А в туалете пусть будут. Здесь, кстати, для видео, я не знаю, может быть, не, после что-то не подходит, может, вот такие вот. А давай вот такие сделаем обои для съемки видео, чтобы света было больше, а здесь ставим такие. Ну что ж, ребят, а на сегодня все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я пойду снимать видео, чтобы радовать вас все больше и больше. Всем пока-пока!